Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кирове выросло число ДТП с участием мотоциклистов. Всего с начала мая в регионе произошло 35 таких аварий. Двое байкеров погибли, информирует ГИБДД. Виновниками столкновений становятся как водители двухколесных транспортных средств, так и автомобилей. Дисциплина, кстати сказать, среди мотоциклистов хромает. У некоторых из них нет прав соответствующей категории, а кто-то не считает нужным ставить байк на учет. Трасса 101. Количество смертельных ДТП с участием нетрезвых водителей в нашей стране за год сократилось на 35%. Об этом заявили в Госдуме. По мнению парламентариев, это не что иное, как следствие принятых в июне 2019-го поправок, ужесточающих ответственность для пьяных шоферов. Сейчас за ДТП с одним погибшим им грозит до 12 лет тюрьмы, с двумя и более – до 15. Трасса 101. Оптовые цены на бензин в нашей стране повышаются, причем какими-то рекордными темпами. 95-й за две недели июня подорожал почти на 10%. Аналитики гадают, как такое возможно при сохраняющихся в мире низких ценах на нефть. Но интересно, конечно, другое, как рост биржевых показателей отразится на конечной стоимости горючего на АЗС. Трасса 101. Почти половина россиян, которые этим летом поедут куда-либо на отдых, поедут туда на автомобиле. Результаты соцопроса публикует издание «За рулем». Самые популярные направления – Крым, Сочи. Далее с большим отрывом идут Питер, Алтай, Карелия и Камчатка. Большинство же респондентов заявили, что будут отдыхать на дачах. Каждый пятый останется дома. Трасса 101. А на КамАЗе создали платформу, которая должна лечь в основу целой линейки электрических грузовиков. Семейство получило название «Чистогор». Такое ощущение, что имя выбрали чисто по приколу. Первым в семействе должен стать мусоровоз грузоподъемностью 6 тонн. Он сможет развивать скорость до 90 км в час. Запас хода небольшой – 100 км. Ну вот, если бы он сразу перерабатывал мусор и превращал его в энергию, тогда другое дело. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.